Добрый день, уважаемые подписчики, с вами канал Андрей Флорида. Сегодня у нас Land Rover Discovery 2006 года выпуска, двигатель 2.7. На этом автомобиле у нас заклинила турбина. Заказали, нашли бушную, заказали. Вот пришла она в таком вот состоянии, живая. Вал крутится легко. И люфта, скажем так, есть небольшой люфт, ну, с тепловым зазором в пределах допуска. Вот если взять, вот его чуть-чуть он ощущается. Ну, также она вал. Крутится, заказали новые шпильки сюда-сюда, заказали прокладки, гайки, и будем снимать старую. Но старую хочу попробовать снять, не отделяя кузова от шасси, от рамы. Сейчас подниму, сниму колесо, сниму подкрылки, ну, в процессе будет видно. Для начала я отключил клемму аккумулятора минусовую, снял, вот видно, ключик на 13. Снимаем крышку двигателя, она нам тоже немножко будет мешать. Выставляем руль в среднее положение. Здесь у нас есть рулевой вал, мы его будем откручивать в верхнюю часть. Поднимаем, снимаем колесо. Вот видно, я подсветил болт крепления рулевого вала, головка на 10. Мы сразу этот болт выкручиваем, потому что вал нам надо будет отделить. И вытаскиваем болт. Теперь можно поднимать автомобиль. Снял колесо, поднял автомобиль. Снял 11 клипс крепления подкрылка. Также 3 самореза крепления у нас брызговика. Брызговик я тоже снял. 2 здесь, 1 снизу. И спереди у нас 2 самореза торцевых и 1 нижний. Тоже их открутил. Теперь берем, частично подрываем арку, расширитель, накладку вот эту. И снимаем уже локер. Ну, это чтобы не болталось, можно немножко ее прищелкнуть. Теперь снимем вот эти теплоизоляционные экраны. По возможности до них доберемся сейчас. Снимем вот этот маленький, здесь вот крепление и вот крепление, выведем его оттуда, ну и будем смотреть, что нам делать дальше. Открутил я маленький экран, вот этот, там 4 гайки на 10 и один болтик, то есть 3 гаечки на 10 и один болт. Сейчас попробуем его снять. Здесь он у нас спереди на двух шпильках сидит.
открутил. Также этот экран я тоже здесь крепление ослабил. Мы его чуть позже открутим, когда снимем штаны. А чтобы штаны снять, гайку он я пробовал крутить, грани сорвал. Я купил гайкокол. Мы гайкоколом это дело попробуем расколоть. Ну, здесь уже вот у нас рулевой вал вот видно. Снимем еще вот эту часть пыльника, сейчас попробуем. Вот этот пыльничек у нас сидит, вот болтик. И вот здесь снизу под рычагом с торца болтик. Также вот это у нас освободилось, она снизу вот сидит на направляющей. Ее сдвигаем в бок и тоже вытаскиваем. Потом эти экраны надо будет также на место поставить, чтобы у нас здесь ничего не перекрывалось от турбины, не сохли сайлентблоки. Так, мы его пока не снимем. Нам мешает вот этот экран. А этот экран мы сможем снять только когда снимем штаны. Ладно, тогда откручиваем вот эти два крепления. Взял я вот такой гайкокол дело техники 225516. Достаем его. Они есть разных размеров. Сейчас выкручиваю. Смажу резьбу. Ну и пробуем одевать. Головка не получается, головка сворачивается. Возьму длинное зубило. Вот и все. Гайке пришел конец. Зашевелилась. Экран мешает. А экран не снимем, потому что штаны мешают. Почему и предусмотрена вот она гайка. Ну все. Это уже радует. Значит, штаны мы уже снимем. Продолжаем. Подсветил снизу. Здесь освещения может быть недостаточно. Но вот также верхнюю гайку гайкоколом. Вот я ее раздавил, сейчас гайкокол сниму. И также зубилом немножко ее доработаю. Да, он раздавил ее. Сейчас зубилом доработаю и также сниму. Ну, а третью гайку вон, видно, гайкокол снизу поставил. Снизу это вот так вот между стабилизатором и подрамником длинным удлинителем добрался. И вот сейчас резкость наведу. Вот так вот установил. Неудобно. Вот. Но можно подлезть. Гайку я уже раздавил. Также сейчас гайкокол снимаю.
и доработаю зубилом. А после этого уже снимем вот эту траверсу и сможем снять глушитель. Этот хомут у нас пошел, он раскрутился. А траверсу после этого мы на место поставим, но я думаю еще передний кардан снять. Я все-таки сниму передний кардан, чтобы мне было удобнее. Пусть я сделаю немножко лишней работы, но зато это будет удобно. Ладно, продолжаю. Снимаю третью гайку. Все, я снял третью гайку. Вот если видно, у нас зашевелилась, отошла приемная труба от турбины. Сейчас снимаем траверсу и снимаем трубу. Ну, траверсу я уже показывать не буду, как снимать. Здесь вот с двух сторон по два болта. Болты на 15, гайки на 17. То есть на 18 гайки. И также болт на подушке. Снимаем. Так, ну, снял я траверсу. Подпер раздатку. А сейчас хомут вот этот расслабил до конца. Забрызгаем ВД-шкой соединение. Немножко разойдется по стыку, удобнее будет снимать. Снимаем подвес резиновый, вот этот, подушку. Расшатал я трубу. Хочу показать, что я сзади сделал. Вот здесь, где глушитель у нас стоит, вот такой брусок с одной стороны и с другой стороны поставил. Отодвинул. Подушки я не снимал. На подушках оно отошло. Расстояние хватило. И теперь мы берем, сдвигаем вперед. И снимаем трубу. А вот теперь мы можем добраться до крыльчатки турбины. Сейчас попробуем ее. Точно, турбина, но она не заклинила, ее разнесло, вал обломило, болтается все, и все там в масле. Я думаю, что у нас еще и масло полетело в глушитель, хотя с задней части не течет, а вот здесь вот видно маслянисто все. Сейчас возьму фонарик, подсвечу, покажу. Если крыльчатку видно, ее видно. Вот. Все болтается, все ходуном ходит. Так, ну что, здесь теперь нам удобно. Теперь мы снимаем все экраны. Снимаем вот этот экран, который у нас уже откручен. Так, он не вылазит. Вот этот экран снимаем. И вот этот экран снимаем. Откручиваем. Открутил нижний экран. Открутил вот этот экран.
этот экран нам кардан мешает снять. Ну, чтобы его не гнуть, мы его снимем, когда снимем кардан. Откручиваем кардан спереди, вот здесь вот, и сзади. Головка Ешка Е12. Откручиваем и снимаем целиком передний кардан. Все, сзади кардан я от раздатки отвязал. Болты открутил, 6 болтов снял. Сейчас, пока мы его не снимаем, он у нас здесь стоит. Мы его откручиваем теперь с передней стороны. Вот здесь вот. Для этого нам нужна будет, либо сзади подлазим через удлинитель с головкой, либо накидной ключ. Есть и то, и то. Крутим. Вот, нормально. Все откручивается на кардане. Это замечательно. Да, все болты пошли. Откручиваю до конца и снимаю. Так, ну что, очень помогла вот такая многогранная головочка. Не шестигранная, не двенадцатигранная, а вот универсальные есть такие с квадратным сечением какие-то. Я не знаю, как она называется. По форсу идет она номер 520-5008, 8-миллиметровая. Вот на эту Ешку она подходит тоже хорошо. Сзади вот здесь вот легко смог подобраться, когда уже посрывал болты отсюда удлинителем. Через удлинитель и вот такой угловой пневмогайковерт легко открутил. Теперь снимаем эти скобы с болтами и демонтируем кардан. Все, кардан сняли. И вот здесь у нас уже гораздо свободней пространство для маневров. Снимаем вот этот пыльник теперь. Этот пыльник у нас тоже откручен. Снимаем его. Там дальше еще один пыльник, я его открутил, но пока мы до него не добираемся. У нас остаются постепенные действия. В чем они у нас заключаются? Это поснимать кронштейны. И самое главное, что у нас заключается проблема, это вот вверху, где турбина крепится к коллектору. Верхних две шпильки. Будем продолжать дальше. Сейчас снимем вот этот кронштейн. Постараемся снять вот этот нижний кронштейн, чтобы нам эти вещи не мешали. Насколько я не знаю, это будет удобно. Но продолжаем. Вот нижнюю гайку я тоже разрубил, гайкокол не встает, гайка на 13, а гайкокол, который от 12, он, стенка толстая, не встает, надо обтачивать, обтачивать не стал, с верхней, наверное, придется обточить. Взял зубило длинное, длинным зубилом гайку расшевелил, вот раздолбил, сейчас брызну ее ВДшкой и сниму. А вот с верхней, вон они там, две штуки, посмотрю, что буду делать. Крутим дальше.
Теперь откручиваем тот болт, который держит у нас верхний экран на турбине. Болтик на 8. И что-то у нас еще должно его держать. Сейчас посмотрим, где оно. Пока откручиваем этот. Сняли этот болтик и смотрим, где у нас, вот еще спереди, с торца, еще один болтик на 8, его тоже откручиваем. Так, с торца здесь спереди тоже открутил болтик. Теперь снимаем этот экран. Вот у нас открылись эти шпильки с обратной стороны, которые нам надо теперь открутить. В крайнем случае, если мы их не открутим, будем их отсюда высверливать. Подбираемся, придумываем что-нибудь. Так, вот этот передний пыльник я тоже снимаю. Снял здесь из посадочных провод на датчик АБС и на износ колодки. И теперь вот этот экран тоже выводим. Вот, его тоже вытащили. У нас немножко облегчается доступ к патрубкам. Ну что, не могу я до тех верхних гаек добраться. Они не откручиваются. И срубить я их не могу. Вот здесь, вот они. Вот одна, и в глубине вторая. А открутить их очень хочется и нужно. Вот, чтобы до них добраться, решил снять верхний рычаг. Почему снять? У нас вот здесь вот откроется доступ ко второму болту. Здесь вот есть доступ, но здесь болт рычага мешает. И мы сможем добраться, попробовать высверлить их. Снимаю рычаг. Рычаг я уже показывать, наверное, не буду. Как здесь его снимать? Здесь скидываем тягу с датчика положения. Откручиваем гайку здесь, болт вытаскиваем вперед. И гайку здесь, болт вытаскиваем вперед. Сейчас у нас экраны сняты. Вытащить болт сможем легко и вставить его легко. Ну и стойку стабилизатора гайка. И гайка шаровой опоры, ее отобьем. Здесь снизу у нас головкой перекручен кронштейн крепления тормозного шланга. Снимаем.